специальное предложение только сегодняшнего дня, только один день. Это капсулы омега-3 с красным королевским женьшенем. Уникальный продукт. Это уникальные технологии доктора Канданга. Годовой запас вы получаете сегодня по специальной цене. Посмотрите, одна упаковка стоит 1999 рублей, а две вместо четырех стоят всего 2999 рублей. Ваша экономия почти 1000 рублей. Посмотрите, и еще раз, это годовой запас. 360 капсул. Знаете, мы посчитали, 8 рублей в день защиты сердечно-сосудистой системы. И это цена, которая действует только один день. Самый продаваемый товар в рубрике «Здоровье». Более 10 тысяч продано за несколько последних эфиров, презентаций. Поэтому присоединяйтесь прямо сейчас. Ведь Всемирная организация здравоохранения уже вчера выпустила целую статью о том, что мир ждет новый смертельный вирус. Мир ждет новая пандемия. Поэтому только один день мы представляем вашему вниманию комплекс, который помогает нам поддерживать здоровье. Сегодня со мной на связи Дэ Гван Джон, ученый-биолог из университета Сунчонхян в Южной Корее. Сегодня он представляет технологии доктора Канданга и рассказывает, как помочь своему организму в это сложное время. Доктор Джон, вы на связи, здравствуйте. Здравствуйте, Арина, и здравствуйте, зрители телеканала Шопеншоу. Моя миссия сегодня рассказать, как пережить очередную волну пандемии, которую нам обещает Всемирная организация здравоохранения. Все вы знаете, что пандемия продолжалась 3 года, и в Южной Корее заболеваемость была самой низкой во всем мире. Все потому, что мы защищаем свой природный щит. Это единственное, что стоит между здоровьем и болезнью. Основное спасение – это наш иммунитет. И все это кроется в одной капсуле. По уникальной технологии доктора Канданга мы создали суточную норму для полного усвоения в организме. Это 1100 миллиграмм дексипентаеновой и докозахексаеновой кислот. Это красный королевский женьшень, который укрепляет иммунитет, нормализует уровень сахара, нормализует нервную систему, способствует выведению токсинов, укрепляет сердце, сосуды. Это профилактика инфаркта, инсульта. Это ваше нормальное давление и нормальный гормональный фон. Корень королевского женьшеня – источник жизненных сил и иммунитета для тех, кто чувствует упадок сил, перенес заболевание, часто простужается, у кого плохой сон, плохая память, утомляемость, головные боли и давление. Во всем мире красный королевский женьшень считается корнем жизни и королем растений. Это уникальное растение с поистине могущественными свойствами, ключ к тайне восточного долголетия и здоровья. В сочетании с омега-3, полиненасыщенными жирными кислотами, комплекс помогает поддержать здоровье сердца, сосудов и сосудов головного мозга. И самая эффективная форма приема, которая показана при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при повышенном уровне холестерина, при лишнем весе, гипертонии, нарушении работы кровеносной системы, проблемах с памятью, расстройстве сна и раздражительности. Самая эффективная форма в виде капсулы для лучшей усвояемости и защиты всех органов и систем. И удобная форма приема. Капсула помогает компонентам пройти через желудок, попасть в кишечник, чтобы действовать максимально эффективно. Применять одну капсулу один раз в день можно применять детям после 14 лет. Спасибо огромное. Доктор Джон на связи из Южной Кореи. Сегодня с нами наш партнер из Южной Кореи. Мне нравится, что сегодня нам пишут отзывы уже многие телезрители, кто попробовал омега-3 и красный королевский женьшень. Только один день. Прямо сейчас 360 капсул. Годовой запас. Только представьте, на целый год до июня 2024 года вам хватит этого запаса, срок годности 2 года. И посмотрите, одна упаковка 180 капсул стоит 1999 рублей, а две вместо 4000 рублей. Сегодня один день 2999 рублей. Ваша экономия во время прямого эфира прямо сейчас почти 1000 рублей, только представьте. Но зато вы на целый год уверены, что ваше сердце, ваши сосуды защищены, в том числе иммунитет. Ведь ВОЗ говорит, новая пандемия уже на пороге. А у нас сейчас начинается дачное время. Да уже началось, полным ходом идет. Мы уже посадили грядки и уже почувствовали боль во всем теле. Мы уже почувствовали, как тяжело именно на жаре справляться с повышенным давлением или с неправильной работой сосудов. Поэтому сегодня, выбирая омега-3,
росли, мы все помним, в Советском Союзе в каждой семье принимали рыбий жир. Как это полезно для организма и как это необходимо каждому человеку. И, конечно, здесь наш продукт отличается уникальной формулой, уникальными технологиями доктора Канданга, которые уже известны на весь мир, без преувеличения. Доктор Джон, который сегодня на связи, это ученый-биотехнолог, который преподает в Университете Южной Кореи, сегодня с нами на связи. Доктор Джон, подскажите, что это за уникальные технологии, которые известны на весь мир? Спасибо, Арина, за вопросы. Мы понимали вместе с нашими учеными, что нужно поддержать иммунитет, потому что именно он является щитом между здоровьем и болезнью. Однако вирусные инфекции, грибковые инфекции, ангины, например, или другие заболевания влияют на кровеносную систему. Поэтому мы решили защитить и сердце, и сосуды, в том числе в одной капсуле. Именно поэтому мы соединили два уникальнейших компонента. Красный королевский женьшень, который повышает иммунитет, дает силы организму, и соединили с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Особенно здесь есть эйкозапистоеновая и докозатиксоеновая кислоты, которые являются длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами, защищая и укрепляя сердце и сосуды, профилактируя инфаркты и инсульты, нормализация давления и гормонального фона. Эти природные вещества, которые помогают рыбам выживать и дают силы и энергии. Представьте себе лосося, который плывет против течения в холодной воде. Выносливость и силу рыбам дают омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это источник, который поможет и вам укрепить сердце и сосуды. Омега-3 богаты только глубоководные океанические рыбы. И всегда нужно в рационе иметь свежее мясо, не перемороженное. А как мы знаем, свежее мясо акул и океанических рыб у нас недоступно. Именно поэтому мы взяли самые лучшие ингредиенты для того, чтобы очистить наши сосуды от избытка плохого холестерина. Омега-3 кислоты очищают стенки сосудов, предотвращают образование холестериновых бляшек, улучшают вязкость крови и нормализуют артериальное давление. Обратите внимание, укрепляя стенки сосудов, делая их эластичными, и снижают концентрацию гомоцистеина. Это особая аминокислота, которую вы сейчас видите на экране, которая, накапливаясь в организме, атакует внутренние стенки артерий, и в результате образуются тромбы. Все это у нас защищает от риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта, инфаркта миокарда, тромбоза. Это надежный защитник сосудов, который предотвращает угрозу развития сердечных заболеваний и диабета. Ой, тем более сейчас, летом, как это актуально, когда наступила жара. И мы понимаем с вами, что нам нужна защита организма. Сегодня с уникальными технологиями доктора Канданга и с уникальной выгодой вы делаете заказ и поддерживаете свое здоровье.